Сегодня воспитанники Академии провели первые тренировки. Тренировки были направлены в основном на техническую подготовку. Вся неделя у нас будет втягивающего характера. И начинается усердная подготовка. Парни после каникул вернулись с хорошим настроением, позитивным настроением, с огромным желанием тренироваться. Нас ждут 7-14 августа контрольные игры при подготовке к ЮФО, первенству России. Впереди нас ждет 9 сентября турнир Кубок РФС среди клубов российской премьер-лиги. Поэтому нас ждет именно кропотливая работа, в которой будет интересно и нам, и воспитанникам.